Может, мы... Смотрите, какой мотороллер. Остановились возле ручья. Ты чё? Уговаривает залезть вот на эту гору. Собрались. Собрались они на скалу. Ой, как страшно. На вершине Чикитаманского перевала. Все, опускаемся с Чикитамана. Хорошо. Почем? 46 уже бензин, да? Вау. Талисман краб. Какая величественная природа. А вот то, что вчера Андрей наловил, а вот тут устроилась наша внученька Настя. Да, это типа моей комнаты. Да. С той ухи, которые попали, поймала рыбу Андрей в Катуни. Ухи летят. Все молчат. Смотрите, какой мотороллер. Это 70-х. Конец 70-х, начало 80-х. Я помню, мне было 15 лет. Чуть помладше, 13. Ком именно сосед ездил. Но он только у него цвет был такой бежевый. Как бы не малиновый, а голубой такой. Ну, он мне нравился. Классный такой. По-моему, у него стартер даже есть. Вообще офигенная машина. Ты ведь заметила оранжевый, не успел красный. Снять бараны вдоль дороги. Помеченные все разной краской. Нет, у них веревочки. А, это веревочки. Да, привязаны. Красный, оранжевый, зеленый, синий. Смотрите, какое ущелье. Какой пейзаж. Урочище. Не знаю, как это называется. Вода, во-первых. Еще полез. А сколько времени? Да, время. Время? 5 часов. А по километражу нам до туда сколько ехать до этого Марса? Не знаю, километров 150. Я не знаю. Давай. Подъезжаем к перевалу Чикитаман. Вон там тоже туристы отдыхают, дикарями, как мы. Мне кажется, там меньше были горы, просто они были заросшие. Плотные горы, да? Нет, тут выше горы. Выше горы? Да, потому что растительность, смотри, как поменялась. Жиденькие стали. Да. А? Ну что? Юра удивляется спуску. Представьте, мы все вниз и вниз и вниз. Люди уже наотдыхались, уже назад едут. Смотри, как только сказал, сразу. Ой, Юрика съедет. Даже съезд. Вот тут съезд. Давай, давай туда. Съезжаем? Конечно. Остановились возле ручья. Смотрите. Тут уже очаг был чей-то. Вот такой вот ручей идет. Я не знаю, это речушка или ручей. Ну-ка попробуем встать сюда. Тык, пык. Смотрите. Так, ты чё? Ничего себе. Нормально? Да, а можешь еще больше. Все большие кончились, все перекидал. Вот о! Этот. Попробуем. Давай. Вот это близко. А тут идет фотосессия. Да все нормально. Это идет фотосессия леди, кому за 50. Ребята, тут можно купаться. Смотрите, песок. Галечка такая меленькая. Можно купаться? Заходи. Только в башмаках заходи. Андрюха меня тут уговаривает залезть вот на эту гору.
Ну, правда, до половины. Все-таки решились мы на небольшое восхождение. Андрей говорит, сколько раз был в Горном. Все время едешь. А вот асфальт здесь даже, представляете? Сколько были, говорит, едешь мимо скал, восхищаешься, а потрогать все нету времени. Ну вот мы козьими тропами. Мы любим козьи тропы. Первая неприятность. Наша Настя подорвалась на коровьей какашке. А вон там внизу в долине сидит Лариса на берегу речки. Не знаем название. И ждет нас. Вот такие одинокие кедры. Это кедр, да? Нет. А что? А может и кедр. Ну-ка давай шишку сорвем. Нет, не кедр. Ну ладно, елка. Вот такие, видите, на склоне растут. Идем вот тем скалам. А посмотрите, на противоположной стороне какие сопочки. Прям для выпаса овец. А мы сюда наверх. А растительность, смотрите, прям проскудила. Камни и такой вот саксаву, или как брали они. Редкие цветочки. Ты уже назад? Вот это высота, да? Вон моя Лариса. А вот еще один вид. Держи. Спасибо. Пустил немножко вперед их. Видите? Видите, как высоко поднялись? Наверное, уже метров 50 поднялись. Вот, собрались. Собрались они на скалу. Ну, помашите. Смотрите, какая долина. Красота. Вон оттуда мы приехали. Сейчас вот едем. Там вот за деревом наша машина. И поедем вон туда. Видите? Да. Вот такие скалы. Туда еще лезть и лезть. Смотрите, что. О, до свидания. Приветливая река. Вон там мы покупались даже. Вот. Вон там. Вон туда слазили. Вот с этой машиной мы едем постоянно вместе. Ну, правда, мы останавливаемся мыться. Они, например, раз, подъедут и дальше. И в итоге мы вместе едем. Мы теперь едем вверх. Не знаю, нас солнышко показывает. Ой-ой-ой, господи. А что ты туда показываешь? Ты показываешь дорогу. Страшно. Ну, дорогу я хотела вон туда именно показать. Солнце. Лощину. Ничего не видно. Вот это Чикитаман. Как-то покрасивее, да? Ай, как красиво. А, сбавь хапа газку, пожалуйста. Еще будет, давай фото, вставай. Программа «Биение сердца». Ой-ой-ой. Вот он, Чикитаман. Камни. Сюда ставь, а то не так видно. Подъем на Чикитаманский перевал. Красотища. Что-то уши закладывает. Вверх. Ой, как страшно. Сколько вот этот подъем? Он затяжной, да? Ну, Семенский перевал 1750, а этот вроде как 1000. То ли 600, то ли... 6 километров. Подъем? Подъем, да. Тут покруче подъем, да? Да. Вот эту вот дорогу строили заключенные, да? Да, вот эти вот скалы, которые прорублены, это, представляешь, люди прорубали. И вот это тоже, больше чем уверен, люди срубали. Вот это все люди срубали, 100%. Вот так пониже еще держи. Ничего себе. Такой адский труд. Они годами строили.
3000 оборотов, скорость 50. Сейчас вниз, но мне кажется, это ровно. Вот так смотришь, это как будто ровно вот на часы. Знаешь, почему кажется вниз? Я понял этот обман зрения. Это так кажется, потому что мы все время в подъем идем. Короче, говорят, что раньше было что-то за 30 поворотов, а сейчас что-то брать не буду. Смотри, Настя, 19, что ли? Ну куда остальные дели? Ну, новую дорогу прорубили. Там фотосессия идет. Тут правда красиво. Этого всего можно было не сделать, не делать, если бы туннель был, да? Действительно, туннель вырыл и все. Зачем это рубить? Фотовится на фоне гор. Народ. Вот там речушка ничуть не круче, чем эти горы. Смотрите вниз. Ничего мы там ехали. Себе. Настя, вниз посмотри. Сколько оборотов там? 40. Ну, 2,5. Достаточно легко идет. Можно остановиться вот здесь, если хотите. Вон тут как раз, наверное, да, есть. Поехали. А, вот этот раз. Да, вот она. Смотровая площадка. Смотрите, надо остановиться. Что ж мы едем? Зазря, что ли? Так, вот она, смотровая площадка на вершине Чикитаманского перевала. Нурик, помаши ручкой. Юр, тут на солнышко, как фототе? Нормально все, сейчас фотаемся. Вечером, потому что приехали. Смотрите, какие обвалы, это все делалось в 30-е годы, кстати говоря. Вон, посмотрите. Да, солнце. Вот она, вот она. Что-то стащило. Или бросили их. Ну как? Смотри, как птица парит. Мы тут сделали ограждение, да? А там на той тропе, там выше, чем здесь. О. Сюда смотри, на меня. А вон там все склоны увязаны веревочками. Видите? Видите. Это отвесные скалы такие. Ну, метров по 10, наверное. Все, опускаемся с Чикитамана. Вниз. Спуск пошел. Да. Ну реально поджилки трясутся, не зря говорят. Там, смотри, какие. Ну, дорога внизу там, прикинь. По-моему, на которой мы поднимались. Обалдеть. Красота. На обратном пути я в эту горку поднимаюсь. На велике? Да. Ну давай. Здесь поположе, мне кажется, да? Или нет? Не знаю. Не, чем подъем сюда. Круто, смотри сюда. О, какая скала. Они ведь ее могли всю сбросить туда, уже, видать, сил не было, да? Да, это уже совсем, да? Да. И так пойдет. Правда, прорублено, вот отсюда прям видно, как прорублено. Скала. Представляешь, те, кто рубили, их уже нет никого в живых. 35-го года рождения уже, если бы ты даже только родился, уже за 80. 85. 35. В 35-м они уже это сделали. Ну, а я про что и говорю, их уже нету. А мы едем и восхищаемся. По сути, вот мы сейчас лазили на горе, да? Вот эта гора, она ничем не хуже или лучше той горы, на которой мы лазили.
просто вот это вот вырублено. Я ничего не говорю. И все. И вот эти камни, представь, в 35-м году как бросили, так и валяются. Да, да. Это гранит. Нет, ты что, какая-то порода. Нет, гранит. Ну, только это такое, другого породы гранит. О, о. О, красавчик. Красавчик. Тяжко ему. Вот еще одни. Это девушка? Наверное. Ну я быстрее ехал. Ой, ну бедненькая. Ну молодец. Вот этот Чикитаман ниже, чем Сименский, прикинь. Потому что вот так вот вспомнил. Я все снимаю. Сименский 9 километров. Так это подъем 9, он сам по себе ниже. Я понял. Верхняя точка. Да, вот это прорубы, а. Ребята, это супер. Интересно, сколько здесь лететь надо с велика? Наверное, 80 будешь идти, да? Знаете, это никому не интересно, слышите? Что-то они так речки, да? Да тут вообще можно снимать все. И все мне кажется интересно. Или это только мне кажется? 70 метров 50 километров. Смотрите, раз и речечка. Для чего, Андрей? Скажи, 70 метров будет 50 метров. Поворот войти. Смотри, может тут камеры где-нибудь в горах спрятаны. Вот этот летит, наверное, местный. Тоже жёлтый. Турбазы стали появляться. Да. Тут-то вот получше, мне кажется, турбазы. Смотрите. Почище, да? Тут что-то, по-моему, не турбаза, тут палатки стоят на улице. Уши заложило. Смотрите, ребят, тут это селение Купчигень, да? Да. И мы заметили здесь в Горном вот такие вот строения, вот смотрите, с куполом. Куполообразные какие-то, и небольшие. Знает, Юра что? Выразился, что говорит, чтобы из-за угла не убили. Крупные дома, чтобы из-за угла не убили. Да, чтобы из-за угла не убили. Вот для чего это, скажите, пожалуйста. А? Кто знает, напишите. Мы раньше просто такого не видели, а тут уже устаревшее, смотри, все покосилось. Ну, второй день начался! Он давно начался. Он уже заканчивается, Настя. А это, смотрите, о боже, там какая-то собака вырубленная. А тут еще что-то понавырубали сверху. А может, это примета какая-то, иметь вот такую крышу? Почем 46 уже бензин, да? Чем ниже спускаемся, тем дороже бензин, чем да? Дальше. Магнит. Нам же хлеб надо. Берем. А где, Андрей, где у нас тут последнее поселение? Нормальное, большое. Вот магнит был нормальный, мне кажется. Мы же не будем возвращаться. Пап, сбавь скорость, я залезу в интернет. Я могу вообще встать. Неудачное место. А может едем до Марса и ну его, все остальное. Кстати, а зачем ты ходишь? Будешь шагать что-то? Вот там где-то надо Марс. Покататься тебе или что? Нет. Давай до Марса доедем, да и все. Или Кумень. Или Кумень, наверное. У них такие ударения. Что мы там увидим нового? Где Марс, скажи, далеко? Да откуда же я знаю? Такая скала и тут речка. Вау. Талисман.
вообще обалдеть. Звать хороший. А что ему здесь портится это название? Здесь все стекает сразу. Ну его сначала сделать надо хороший. Ну да, да, и там включает. Что, может, доедем, докуда эта речка поворачивает, да возле нее остановимся там? Что, мы его давно уже проехали. Да? А река-то куда делась? Вон она влево как ушла. Ну и сейчас к ней еще приедем. Смотрите, как красиво. И вот едем тут, обсуждаем, что где подъезды к речке, там везде частная территория. Вау! Офигеть. Вот это вид! Офигеть! Прорубили, Андрей, смотри. Да, видишь, на обратном пути здесь вот она. На эндюрансе верцует. Где? Да уже проехали. По этим горам. Пошли плато. Такие плоские плато. А почему здесь горы, тут ровно? Что было? Почему так случилось? Да, просто проехать и полюбоваться на это. Это уже стоит этого. Слушай, пап, вот. Мне кажется, можно найти здесь место. Да, пора уже искать. Что, будем спускаться? А дальше куда дорога идет? Дальше должна быть Куральская степь и Марс этот самый. В принципе, можно завтра завернуть туда. Нам главное сейчас заправку опять. Хотя больше полбака еще бензин. Ну что, попробуем? Или что? Поискать? Ну, может, там стоит 200 рублей. Да фиг с ним. Ну, а там еще дальше мы вдоль речки будем ехать. Ну, то мы спокойно будем спать. Ну, да поехали дальше, я не против. Говорили здесь... Как Диман говорил, сказал, дичь. Что-то незаметно тут дичь. Ну да, кстати, дичь. Ну все, подобрано. Это наверное, он с чума с этим сравнивает. Ну, как... Юрты строят. С Маймой и с этим. Ну, ну правильно, если с там Чемалом. Нет Мариера, типа, и заправок, значит, дичь уже сразу. Ну, наверное. Смотрите, может, заправку где увидите. Там десяточку надо залить. О, здесь смотри на сотки, что это? Яблоки продают, эти помидоры. Пара. Ты говоришь, нет огородов. Радентки какие-то. Там помидоры. Радентки сами растут. Я хочу все прям показывать, не знаю, мне все интересно. Как называется? Деревня или что? Без номера. Прикинь. А вон и надписи, что за деревня. О, какие. Река Ялама. Ялама. Папа, мал. Вот там съезд. Где? Вот проехали сейчас. Если развернемся, хороший.
Давай развернемся. Давай дальше еще проедем, раз уж решили. Это вот сейчас я засеку сколько? 347 километров. Давай километров 30 еще проедем, посмотрим. Если ничего стоящего не будет, повернемся. Лысые горы. Вот тут высокогорье уже. Андрей, ты хочешь покорить? А? Вершину хочешь покорить? Я бы с удовольствием. Смотрите, какой парк камней. У нас здесь лапа, как ноги. Все полси, только воды не хватает, да? И водопада. Не знаю, что-то другое. Более грандиозное. Эти камешки высокие. Там внизу вода идет. А вон там не заправка, ребят? Зарядить нормально, полностью. Ох. На полтора дня хватает. Мы едем. Катунь. Река Катунь. Катунь. Андрей, я же тебе говорил, что это Катунь. Катунь. Смотри, под релакс Катунь. У коровы опять. Вечерний мацион. Пусть посмотрят. Перед постом. Слушайте, может это гаишники? Посигнали ему. Может они превратились в кого-то? Здесь может на сплошную камера может быть. Да вон ты чё? Камеры, видишь? На сплошную не пересекем. Пост ГАИ как раз, видишь, теперь здесь. Ну, не написано, что ГАИ, просто пост. А где камеры? Ну, да там рядом. Где? Где-нибудь. А он что-то за памятник. Потом фотокарточка придет. С коровой. Или они корову не покажут. Владимир это Ильич. Что, Ленин, что ли? Владимир Ильич там, прикинь, до сих пор отлетает. Ой, а это что? Слушай, вот где-то иня, по-моему. Это здесь, бараки, что ли, здесь были? Бараки, да, были. Это вот то, что ты говорил, здесь лагерь был, да, какой-то? Ну, я не знаю, здесь именно или где, но где-то с вороток должен быть. 40 км в час. Интересно, люди их даже на кирпичи не разбирают почему-то. Я думаю, что это они. Большой магазин, вот сказали, здесь будет, деревня. Вот в этой деревне? Ну да, следующий. А что, у нас молоко есть, хлеб есть пока. Ну, все, значит. Что, хлеб не берем? Обойдемся без хлеба, раз... Сказано, что у нас все есть. У нас же есть хлеба. Булка и еще чуть-чуть. Пап, сейчас сколько времени на этих часах? То есть здесь был лагерь где-то, да? По-моему, да. Что-то. А может не здесь, я не знаю, брать не буду. 3 минуты, понятно? Видишь, легенду не взяли. Смотрите, мы опускаемся прям до самой Катуни. Прям вот до самой. И потом дорога опять пойдет вверх. Шикарный вид. Мы 26 лет прожили на Валдайске. Я никогда не была в Горном. Это ведь не так далеко. Смотрите. Вон съезд, вот, видишь, впереди? Вот, можно? Вот туда нам надо попасть. Там уже, по-моему, костер. О, красные горы. Ржавые. Заехать, что-то мне кажется круто. Ну давай спустимся, проверим. А потом назад не выйдем? Нет, я имею в виду пешком спустимся и проверим. Смотрите, Андрей чем-то заинтересовался. Мы тут пошли место смотреть, спуститься можно или нет. Катуни. Ни хрена не спустишься. Опа! Кузнечика, что ли, ловил? Да, Настя. Смотрите, какая величественная природа. Обалдеть.
Слушай, а Катунь такая же цвета, да? Да, мы ехали, ты говоришь, это не Катунь. Я говорю Катунь, потому что цвет. Второй ночлег. Выбрали вот такое место. Это уже за Иней, за Ангудаем, за Иней. Ближе к Марсовому полю, или как там? Марс. Ближе к Ошагачу. До Ошагача, наверное, километров 200, может меньше. Меньше, скорее всего. Километров там 150. Не знаю, как у нас еще получится, но вот так как-то. Августа 20 года вечер. А вот то, что вчера Андрей наловил, и сейчас варим ушицу, да, с пискарей. Хариусом у нас проблемы небольшие. Он просто диетическая, это диетическая, да. Мы ее сейчас сдобрим. Чем? Ну чем? Консервочкой. Ну классно. Вот такой вот. По-моему, вот это как-то затухает. Ну вот она, опять наш лагерь. Смотрите, какой получился автомобиль. Велик, наверное, сегодня снимать не буду. Если что, завтра сниму. Я поднялся сегодня на Семинский перевал. Андрей завтра хочет подняться на Чикитаман, когда назад поедем. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Пока все нормально. Велик лежит. Сдергивать его никуда не будем. И палатка. А вот тут устроилась наша внученька Настя. Да. Пока. Все, сейчас будем уже делать Хотим большую комнату. Мне надо Андрею отдать там. Смотри, на спиннинг не наступи. Наступи спиннинг и на грязь на эту. Вот у нас чайник варится. Крышки нету. Потеряли. Да. А вот мы уже кушаем супчик с той ухи, которая поймала рыбу Андрей в Катуни. Ну-ка, будем пробовать, как всегда. Я дегустатор. Обалдеть. Вкуснятина. Неимоверно. Тарская уха из форели. Чебаковая форель у нас. Из стерлиди. Стерлиц. С этим палком, ага? Хорошо, а пойдем. У нас разногласия возникают. О, смотрите. Возникают. Значит, сейчас покушали мы суп, а решили еще закусить Ларисиной консервой. Да, Ларисиной консервой. Обязательно посмотрите на канале. Я каждый год готовлю эту консерву. Обалденная консерва. Съешь все, я тебе добавлю. И, кстати, после того, как мальчики покушают, они идут к костру, я им задание дам. Давай. Все? Супом я сыт. Слишком жирный. Рыбка, голубка. Ну вот, очередной костер наш вечерний. Нравится тебе, Настя? Огневые мотыльки летят. Это зола, сажа, недогоревшая. Недогоревшая. Время уже примерно 10 часов вечера. Вот так вот Катунь смотрится. Уже последние лучики, можно сказать, не лучики, а зарево от солнца. Так вот она смотрится. Очень быстрая, очень мощная река. О чем же нам петь еще? Но словно бы что...